Отчетный поединок Тарос, как обычно, начал активно, изрядно обстреляв владения Никиты Давыдова. Но экс-таросовец уверенно справился со всеми шайбами, летящими в створ. Гости же использовали, по сути, первую возможность забить. Артем Безруков реализовал розыгрыш лишнего на 12-й минуте 0-1. Чуть позже тагильцы едва не провели второй гол в ворота Мейера. Сразу два игрока гостей оказались против Михаила. Однако вратарь Таросов выиграл этот неравный поединок. Несмотря на большое количество атак, ворота гостей все никак не удавалось распечатать. Глыбы добились своего лишь на экваторе встречи. Шайба после паса Василевского не без помощи рикошета дошла Голованову на пятак. И Станислав тут же отправил ее Давыдову в домик. 1-1. За две минуты до конца периода Зубарев, исполнявший роль капитана в отсутствие приболевшего Степанова, мог вывести свою команду вперед, но его бросок с 2 метра в пустой угол ворот невероятным образом вытащил голкипер спутника. Третий период команды преимущественно провели в обороне своих ворот. Отсюда и малое количество опасных моментов, но хозяева все же действовали напористее, с большим желанием взять победу в основное время. Однако решить победу матча за 60 минут командам не удалось. Судьбу поединка решил овертайм, в котором отличился новичок Тарос Максим Кривоножкин. Его дебютная шайба подвела итог встречи и принесла нефтекамской дружине красивую победу. 2-1 Тарос берет реванш у спутника за недавнее поражение. На послематчевой конференции тренер тагильцев поздравил нашу команду с победой, попутно отметив ошибки своей дружины. Думаю, игра была такая упорная. Конечно, преимущество со второго периода. Владимир хозяева довольно-таки такая основательная, но у нас были и острые контратаки. Но, к сожалению, матч очень похож на матч в Ижевске. Сыграл хорошо у нас Давыдов. Я думаю, что нехорошо сыграли нападающие местные команды. Тарос, конечно, моментов было предостаточно, забить гол. Таким образом, в сумме 2 домашних игр Тарос зарабатывает 2 очка, но не удерживается на 8-й позиции и опускается на 1 строчку вниз в турнирной таблице. Следующий матч Глыбам предстоит провести в Рязани.